Салам алейкум, товарищи! Зимнее утро. Как там стихотворение было? Снег чудесный и так далее. Короче. Нормальный снег выпал на утро. Салам алейкум, товарищи. Товарищи, салам алейкум. Салам алейкум. Аус Абу Абеги. Сижу. Чемпион. Ой, сори. Как спалось? Честно говоря, плохо спал. Не знаю, до трех, наверное, спал потом. Тренер, ассаламу алейкум. Как спалось, тренер? Как ты сам? Нормально, все четко. Все нормально, прошел как ты? Гади, извини, что без тебя собрались тут. Давай быстрей. Салам алейкум. Как дела, дам? Как спалось после первой трудовой тренировки? Нормально все, да? Все, выдвигаемся. Погода прекрасная сегодня. Абакар. Вам отдельный салам, пламенный салам алейкум. Как спалось, Абубакар? Как вам было после первого трудового дня? Да? Ну, кроссовки у вас зачетные. Кроссовки у вас зачетные, Абубакар. Ва алейкум салам, алейкум салам. Короче говоря, буквально вчера вот такие носки потерял. Сейчас вот сниму. А? Что там? Ну здесь говорить ничего не надо. Чего у тебя носки пропали, да, вчера? Я... Сам, короче, после вчерашних наших совместных этих сторисов здесь много сообщений поступает. Одно я выделил. Что лучше всего принимать во время тренировки? Подожди. Молочный коктейль, изотоник или чай? Изотоник, наверное. Изотоник. После того, как вчера я побегал на улице, я сразу чай попил. После того, как на улице это чай... Это коктейль, ты кто сказал, мочаю, что ли? Мочаю, не знаю, походу. С левого профиля, наверное, пишет. Зинк это до еды же, да, когда проснешься? Я бы попросил бы цинк. Цинк, да, зинк. Цинк до еды же, да? Нет. Ее обедом, обедом. Айрон бициклист? Айрон бициклист. Это я не помню. Это я не помню. Короче... Витамин, это все разрешенные препараты. Это до тренировки за полчаса. Это все разрешенные препараты, которые дают нам UFC. Институты UFC это нам выдают все. Все разрешенное. Даже Абубакар. Итак, рубрика питания чемпиона. Обед. Так, что у нас на обед? Клетчатка. Зелень, помидор, огурцы. Чеснок обязательно. Второй чеснок. Суп куриный с лапшой. Мёд, фрукты. Курица домашняя? Курица местная. Я выиграю. Просто наблюдай. Так, конец трудового дня. Сифлас Ферович, да. Как вообще сегодня прошел день? Как сегодня... ребята... показали себя? Очень хорошо, все готовы, все показали, что они заряжены, хотят тренироваться, но их надо придержать, потому что впереди большие нагрузки, нагрузка будет накапливаться, усталость будет накапливаться, и уже не смогут выполнять тот план, который задумали с тренером. Ну, ребята жалуются, что вот первый день очень сильно устали. С чем это может быть связано? Я думаю, это связано с тем, что они много спали сегодня. Да?
А в высокогорье можно это как-нибудь? Среднегорье. Повлиять можно это? Усталость? Нет, никак нет. Нет? А, нет, как, конечно. Дышать тяжело. Дышать, конечно, сложно здесь. Да. Но надо потихоньку, ну, вкатываться в тренировочный процесс. Для этого мы сразу обороты не наращиваем. Через пару дней, короче, все будет нормально. Через пару дней все будет четко. Все, спасибо, короче. Ой, а здесь никого нету. Они уже пришли, потому что... Да. Так, рубрика «Питание чемпиона». Я немного опоздал. Тут уже подтягивается пюре с котлетами. Суп с мясом, салат, бурачный, также клетчатка, фрукты. А чай его отметить не забудьте. Йогурт, который я не буду кушать. А пюре с котлетой? Пюре с котлетой, да. Все продукты, короче, этот... Органик. Органик, домашний. Горский. И чеснок это... Чтобы не заболеть. Дождались все-таки мы этого ужина сегодня.